Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер стал чемпионом Азии. Весовой категории до 69 килограммов он был сильнее своих соперников. В сумме двоеборья Линдер показал наилучший результат – 335 килограммов. Соревнования проходят в туркменском Ашхабаде и продолжатся до конца месяца. Честь нашей сборной отправили защищать 9 спортсменов под руководством главного тренера Алексея Ни.